На этой лекции в поликлинике «Мама и малыш» собрались те, кому еще только предстоит стать родителями. Сегодня будущим мамам здесь рассказывают о нюансах грудного кормления. Отвечали врачи и на накопившиеся вопросы. Была очень приятно удивлена, потому что некоторые вопросы, даже, наверное, 70%, я не знала ответа на него. Хоть и читаешь, но когда уже практикующий врач говорит об этом, стоит задуматься, плюсы, минусы и так далее, для себя определенные выводы сделать. Занятия пользуются большой популярностью у будущих мам нашего городского округа. Поэтому такие лекции в поликлинике проводят еженедельно. Это направлено для того, чтобы женщина, уже приехав в родзал и родив своего ребенка, она знала и была уверена в том, что она будет делать дальше. Поликлиника «Мама и малыш» открылась в августе прошлого года. Это уникальное здание, единственное в регионе, в котором совмещены женская консультация и детская поликлиника. В свое время у нас этого не было. И сегодня, мало того, что я мама, я еще и бабушка. И для меня несколько, очень внимательно слушала доктора, замечательного. Много нового я для себя подчеркнула. Поликлиника «Мама и малыш» оснащена новейшим медицинским оборудованием. Аппараты ЭКГ, УЗИ, КТГ и кардиомониторами. Благодаря этому врачам удается не только выявлять на ранних стадиях имеющиеся патологии, но и быстро и качественно лечить заболевания.